Здравствуйте, мои зрители! Мой канал «Сам себе режиссер». Я сегодня решила показать свои монеточки, которые я собираю уже давно, но собираю не фанатично, а попалась копеечка, я ее сложила. Попалась, я ее сложила себе в коробочку. Вот такой коробочки. Вот. Ну, первое, что хочу сказать. Если кто-то видел раньше ваучеры, я могу показать. Или молодежь незнакома. Вот такие ваучеры. 93-й год. Действительно были по 31 декабря 93-го года. Это когда делили, как вроде бы, все нажитое СССР между людьми. Ну, такая была фишка. На каждого человека по 10 тысяч рублей. Нас четверо было. И 4 ваучера у меня эти сохранились. Я никому их не продала, никому не отдала. Я их сохранила для истории. Вот такой чек приватизационный. Кто-то, конечно, нажился. Кто умный, кто в большом городе, кто-то по знакомству там знали, куда вложить. У меня такой возможности не было. А в магазин за копейки я не отдала. Вот. Вот рубль 61-го года. У меня были 100 рублей, 50 рублей, 25 отдала дочери. Вот завалялся. Я не такой коллекционер уж важный, но что есть, то есть. И вот такие вот 100 рублей 93-го тоже года. Вот, хотела показать. Молодежь, может быть, не знает, не видела. Так, и... Вот еще. Вот рубль. Что-то темновато. Было вроде светло. Что-то темновато. Так, рубль. Это тоже какой? 93-й тоже год. Вот такой рубль был металлический. 93-й год. Ну, 15 копеек, 84-й год. Помните, камера была не очищена, и так валяются у меня эти копейки. Вот, 20 копеек, 83-й год. Вот такие были копеечки у нас. Ну, с обратной стороны там, как всегда, герб. Вот. Ну, это вот случайно попалась у меня копеечка китайская и с каким-то императором еще вот такая вот китайская тоже монетка. Даже не знаю, кто это на ней изображен. Пока время нет, не заниматься этим. Вот. Ну и вот дальше у меня 5-копеечные уже этого времени. Они выпускались, как сказать, какому-то дню, какому-то событию. Вот в наши годы. Вот это 5 рублей, я копеек сказала, извиняюсь. Вот 1945 что-то основано тут. Вот. Ну подробно не буду, долго очень. И мелко читать, зрение не то. Может, кто собирает, так он знает. Вот такой вот. Некоторые по 2 штучки у меня есть. Вот такая вот 2 штучки. Вот над которым вверх 5-ка, это по 2 штучки. Вот к какому-то вот событию они выпускали. Мне не попадались, я их забирала. Читать, конечно, очень сложно, там мелко. Вот. И 25 рублей. Это вот Сочи. Вот такая вот Сочи. Вот такая Сочи. Вот такая 18-й год, что ли, по-моему, 18-й, да? Так, вот таких 5 штук у меня. Девочка с мальчиком. 14-й год. Вот. И вот такая вот. Это 25 рублей. Так, а это у меня 2 рубля. Тут полководцы, знаменитости всякие. Вот если бы подробно, кому надо, вот Дурова. Дуров, Штейн какой-то, ой, мелко очень.
кожана какая-то. Женщина. Даже не знаю, надо, конечно, все это... Было бы время, может, где-то найти в интернете, о них почитать, создать какой-то каталог. Но я пока вот так, что есть у меня, просто в коробочке. Вот, тоже... Не прочитаешь, пока я зрение. Вот таких у меня тоже 3 или 4 штуки. Это Багратион, по-моему. Вот так. Еще кто-то тут. Ой-ой, Кутузов. Кутузов, а это кто? Толстой. Кто такой Толстой, не знаю. А это вот Смоленск. Так, не знаю, кто. Давыдов, что ли? Ну, не все, вот... Кому, если бы сильно надо было, конечно, я могла переписать и написать, кому это важно. Вот такой обзор я сделала. Так, а 10-рублевые вот. Их у меня очень много. Я не могу их все выложить. Вот которые есть, я вот вам покажу. Приблизительно. Ну, их по несколько штук даже есть. Мелко очень. Очень мелко. Республики, города. Вот. Области. У меня перепись есть, конечно. Я есть Приморский край, Новосибирск, Архангельский, Ростовский, Кировская, Саха-Якутия, Алтай, Тверская, Бурятия, Удмуртия, Еврейская, Ленинградская область, Тюменская область, Краснодарский край, Башкирстан, Великий Новгород, Сахалинская, Коми, Липецкая. Ну, много-много. 39 аж. Вологда тут, Дербент, Смоленск, тут все. Казань, чего только нет. Ну, я вот то, что есть, маленечко. Ну, не то, что есть, а что смогла вот выложить. Очень долго копошиться, выкладывать. Вот, это 10-рублевые. Года тоже разные. Вот. Вот это вот совсем маленькая. Вот. Это маленькая. 10 рублей. Это какой-то же год-то. Я смотрела и уже забыла. Ну, маленькая. Эти большие, а это маленькая. Сейчас посмотрю. 13-й год. Вот. Это 13-й год. Вот. Ну и на 100 рублей перейду. Я тут уже показывала 100 рублей 93-го года. А вот 100 рублей металлический у меня есть. Тоже 93-й, 100 рублей. Только металл. Ну и вот самое новое сейчас, что 100 рублей 18-го года. Вот такие. Как их вот так вот сделать лучше? Вот. Она прозрачная какая-то на просвет. Вот это с одной стороны. А вот это вот с другой стороны. Вот. Вот 15-й год. С одной стороны и с другой стороны. Их по 2 штуки у меня. Так, и какой год еще тут у нас? 14-й год. Наверное, Олимпиада была. Вот. С одной. И с другой. Вот все, что у меня есть. Ну, десятиков этих вот очень много по 2. Очень много по 2, по 3 экземпляра. Вот. Ну, все, что есть, вот я вам показала. Сочи, 25 рублей. Вот они. У меня их 1, 2, 3, 4 разновидности. Кому интересно, пожалуйста, напишите что-то, поясните или еще раз показать. Может, кто-то собирает, интересно же. Пока-пока, мой канал «Сам себе режиссер». Меня зовут Ольга.